Итак, компания Chery в очередной раз обновляет и делает мощнее популярный кроссовер Chery Tiggo 8. И перед тем, как рассказать все подробности, проверьте, подписаны ли вы на канал, а также жмите на колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков. Ведь они выходят каждый день. Итак, Chery Tiggo 8 снова получил легкие изменения в дизайне, а также салон немного преображается в сторону версии с приставкой Pro. Но самое главное, что автомобиль получил новый мотор 2 литра турбо, выдающий 254 лошадиных силы. И такой автомобиль будет разгоняться до первой сотни за 7,5 секунд. Думаю, такое обновление очень хорошо скажется на продажах. Единственное, что привод останется только передний. Сразу скажу, что данная версия доступна пока только в Китае. В России же продается по сути свой, самый первый вариант образца 2018 года. В Китае с этим дела обстоят гораздо лучше. У обновленной модели 2021 года с новым мотором бампер получил новые дневные ходовые огни в виде кубиков, а над ними появились маленькие противотуманки. Также новинке теперь доступны динамические поворотники. Бампер и решетка радиатора тоже немного изменились, и очень мощно выглядит теперь задняя часть с новым бампером, под которым виднеется раздвоенный выхлоп. А на крышке багажника вместо эмблемы Chery появилась надпись, как у большинства современных автомобилей. В салоне тоже есть изменения. Например, климатическая установка теперь имеет полностью экран с сенсорным управлением. Также увеличился экран мультимедийной системы. И новинка получила систему распознавания лиц и адаптивный круиз-контроль. Презентация новинки запланирована на 17 июля. Хотите ли вы увидеть такую версию в России? Пишите свое мнение в комментариях, а также переходите на канал, там еще много интересных новостей автоиндустрии.